нужно построить зиккурат. Жизнь за Нерзула. Бой! За моего отца! На нас напали! Орда победит! За честь! За честь и отвагу! Удар молнии! Жалкие людишки уничтожены! Жизнь за Нерзула! Сынок! Ну что еще? Иди быстро сюда! Никто не смеет мне приказывать! Сидишь целыми днями с своим компьютером, нормальные ребята вон в футбол играют! У нас нет времени для игр. Мы должны воевать. Ох, дождешься, отправим тебя в армию служить. Я жажду служить. Бабушка с дедушкой завтра приедут, ага. Армия тьмы на подходе. Ой, была бы возможность, ты, наверное, в этой комнате в туалет бы ходил. Нельзя затворить здесь. Ты физику сделал? Исследование завершено. А математику? Исследование завершено. А химию? Исследование завершено. Боже ж ты мой! Твой отец, уважаемый человек, в институте работает, профессор, преподает. Я получил власть, которая и не снилась моему отцу. Давай собирайся, надо на дачу ехать, баню будем строить. Нужна древесина. И еще надо построить парник. Нужно построить зиккурат. Елки-палки, правда, денег всего 10 тысяч. Нужно больше золота. Вот дождешься, выпорю тебя, как сидорова козла. Да свершится предначертанное. Так, если сейчас же не перестанешь, никаких тебе игр на улицах, никаких тебе праздников, ничего не будет. Склоняюсь перед вашей волей. Ну вот, видишь, все хорошо же, все же нормально, ну и никто не пострадал. Пострадала только моя гордость.